Гуля, ля, вот прям от бабушки у него происходит, потому что... Бабло, ну, в принципе, все же где-то очень рядом. Идея возникла у ребят, когда они захотели есть клубнику зимой, а она дорого стоит, и поняли, что собирать это тоже дорогое дело, да, и как это сделать доступно, вот сегодня вам расскажет Андрей. Пожалуйста, Андрей, тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Андрей Сергеевич, я студент Ступинского авиационного металлургического техникума имени Туманова, учусь на 4-м курсе по направлению информационной системы. Я хочу вам представить автоматизированного робота-манипулятора, которого мы назвали Бабуля. Ну, потому что основная идея это была как лозунг, как клубника каждому. То есть сейчас летом клубнику может купить каждый, она дешевая, везде есть. А вот зимой ты сидишь и думаешь, сейчас бы чего-нибудь сладенького в клубничке отведать. Приходишь в магазин, она там по 300-400 рублей, при том даже если ты купишь ее, то она будет очень невкусная, просто вода. Так, идея развилась от того, что я узнал, что я вот сам с Вихнева, у нас там собираются строить гидропонику. У нас там НИИ находится, наша Вихневская, сельскохозяйственная. Там собираются строить гидропонику, и мы решили то, что можно с ними объединиться и предоставить им манипулятор, который будет автоматически собирать все это. Это будет намного быстрее, надежнее, и исключает человеческий фактор. То есть человек на работе может съесть себе под... Может, ему захотелось тоже. Это же никто не увидит и не накажет за это. Также он может грубо собрать. А манипулятор, он быстро движется, собрал, положил в коробочку. Эта коробочка отвезла, мы же упаковали, отвезли в магазин. И в этом ничего не будет страшного. Также это позволит удешевить саму цену и захватить фактически полную монополию производства данного товара. Также данный манипулятор является универсальным, потому что его можно применить на любом другом производстве, потому что он будет простым, дешевым, но все так же эффективным. Сейчас любой простой манипулятор на производственном цехе стоит по несколько миллионов и больше. Наш манипулятор будет выполнять примерно все те же самые функции, но будет при этом намного дешевле, потому что он будет использовать 3D-печать самого корпуса, а все основные части будут сделаны на платформе Arduino, потому что она является сейчас довольно продвинутой, и за ней можно сделать много простых, но очень эффективных вещей. То есть вместо того, чтобы использовать какую-то печатную плату за 200 тысяч, мы можем взять Arduino, который стоит всего ничего, и сделать на них то же самое. Если какая-то плата 500 тысяч, она выполняет множество функций. Мы можем взять 3-4 Arduino, соединить их в одну сеть, она будет выполнять те же самые функции, при этом потреблять меньше энергии, работать больше и не выйдет из строя, даже если она выйдет из строя по каким-то техническим причинам. Ее можно будет легко заменить, потому что работать с ними довольно очень просто. Суть манипулятора заключается в том, что, допустим, в толпу или напор двигается рейсом. По ней будет кататься манипулятор, и он может быстро собрать кустар, клубнику, положить ее на тележку, которая рядом, заполнять тележку, тележка отъезжает на станцию, там ее принимают, упаковывают, отвозят в магазин. Также у нас еще была идея создать внутриигровую ферму. То есть интересно. Все же есть множество людей, которые любят сидеть в фермах на телефоне, там растить свои там кустики, травки, деревья, за это все платить деньги. У нас же была идея, то, что человек может сам включить приложение, выбрать манипулятор, собрать ручную клубнику, которая ему понравится по виду, по размеру. Круто. Хочу. Определенную скидку на это, пойти в магазин и забрать ее. Также эту идею можно развить тем, что, ну, и я занимаюсь этим проектом, была идея то, что доставка всего этого квадрокоптерами. То есть, ну, это уже последующие проекты. То есть, фактически все это можно автоматизировать и по небольшой цене. Квадрокоптеры сейчас начали быстро хорошо развиваться, поэтому они тоже не будут стоить больших цен. Единственное, чего основной сложностью всего этого станет, это алгоритмизация, но ей не решил заняться я, потому что как-то подушевнее все с этим работать. Конкуренты, они в основном лишь летом, и то это только 2-3 месяца, когда клубника засевает. Но 2-3 месяца это не столько по сравнению с тем, что мы сможем ее поставлять в клубнику.
вкуснее заграничную клубнику, которая на вкус не очень. И это дает нам полную монополию на рынке. Но тем самым мы не навредим своей же агрокультуре, потому что летом можно просто уступать им как бы дорогу и при этом продолжая работать во все остальные сезоны. Ну, те же вопросы экономика и команды. А, команда, вот наши ребята, которые на сегодняшний проект представляют, еще несколько человек, которые не смогли сегодня приехать, и... Не публик собирают? А когда у них компетенции? Да. В основном у нас... По профессии они кто? По профессии мы пока все стоят. Я имею в виду, какие специальности обучают? Информационные системы. Все айтишники? Да. Робототехники ни одного нет. Студенты РУДН выращивают как раз гидропоникой рассаду для Михина. Вот так, на всякий случай. Наводка. Почему? Потому что у них кафедра мехатроники очень серьезная. У них там сейчас аналог ЦУПа построили для управления космическими объектами в РУДН. К Сергею Нефедову обязательно обратитесь, это первое замечание. Второе. Если вы знаете, сегодня в 6 часов в Технополисе Москва будет как раз про Ардуино и прочие вещи. Я вас это просто информирую, потому что я, например, поеду туда. А там как раз на Ардуино они собирают сумасшедшие идеи и за 3 дня пытаются сделать прототип. Если вам здесь ничего не обломится, там, во всяком случае, вы засветитесь. Если вы всерьез к этому относитесь. А идея с квадрокоптерами, собирающими это вообще, там же геопозиционирование сейчас вплоть до там сантиметра можно выстроить, а на локальных сетях еще точнее. Так что квадрокоптер, собирающий клубнику, по-моему, прикольно. Нет, квадрокоптер, доставляющий клубнику. Квадрокоптер, собирающий клиента, вот это прикольно.